черепаха в подарок за креативный подход. Сотрудники ГИБДД наградили обладателей самых оригинальных мотошлемов. Приз за первое место – специальный защитный костюм «Мото-черепаха». Существует несколько видов ступеней защиты, в том числе и мотоэкипировки для спортбайков. Мото-черепаха надевается совместно, это как курточка, надевается она совместно с шортами, с налокотниками, с пластмассовыми вставками для позвоночника. Все пригоняется, прилаживается вплоть до миллиметра на тело ездока. Дает неплохую защиту. Победителем конкурса и обладателем мото-черепахи стал Александр Ромахов. Из новостной ленты на сайте ОГИБДД ОМВД по городу Анапа я узнал о проведении конкурса. Я покрасил шлем в триколор и сделал в нем ирокез. Это пришлось по душе, и я победил. Мотоэкипировка – предмет недешевый, но стоит любых денег, ведь безопасность и человеческая жизнь бесценны.